мои 23 подписчика. Нахожусь в лагере «Зеркальный». Это Ленинградская область. Мы выехали с третьими классами, порядка 16-17 человек, на смену, которая посвящена программе «Орлята России». Мы познакомимся с программой, какие там есть образовательные треки. А смена должна получиться довольно интересной. Здесь очень крутая база, рядом шикарное озеро. Будем отдыхать, образовываться, ну и нужно еще будет подтянуть все свои долги по работе. Записываюсь в машине, спешу поделиться с вами интересными наблюдениями сегодня. Проводил занятия во втором классе по финансовой грамотности, просматривали мультфильм «Богатый бобренок», и была тема про то, как же поступить со своими накопленными средствами. Был у нас герой, собственно, «Богатый бобренок», у которого скопились деньги, и мы с ребятами думали, как же этими деньгами распорядиться. И я опросил ребят, говорю, а как вы, получалось ли у вас копить деньги, может быть, на что-то вы копили деньги? И одна из учениц говорит, я сейчас коплю деньги на то, чтобы отпраздновать свой день рождения в Китае. Вот представляете, насколько она далеко мыслит, и у нее очень интересное желание. И еще один ученик тоже попался, говорит, я коплю себе на собаку, вот она стоит 60 тысяч, 30 тысяч я уже накопил, и я хочу, чтобы она у меня там появилась через 2 года. Вот, зачастую даже взрослые люди такие цели себе, я не про собаку, а про финансовые цели, чтобы она была ограничена во времени и была ограничена суммой определенной. Поэтому учитесь у наших детей.